Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем Ведьмака 3 Кровь и вино. В этом ролике мы продолжаем проходить квест давным-давно. Мы нашли желтый боб, у нас осталось еще два боба. Мы увидели великолепную Рапунцель. Вот. Сейчас будем искать оставшиеся бобы, и я хочу обойти все места, поэтому... поговорить с девочкой. Девочка. Что за девочка со спичками? Не помню такой сказки. Которая что-то сожгла. Ой, гномы. Гномы. Гнома, так. Дом с бабушкой. Он точно не ел, но в доме с бабушкой точно есть. Спички, сигареты, трубки, самокрутки. А это что у нас? Гуси-гуси, га-га-га. Это что-то новенькое. Воу. Ты правда будешь этим заниматься? Настоящий ведьмак не бросит в беде домашнюю птицу. Лол. А, нет, ладно, давайте здесь мы найдем все-таки один из бобов, а дальше мы пойдем уже гуси-гуси, га-га-га делать, а то как-то не круто получится. Давайте девочку спросим. Сигаретку, табачку, дозочку фиштаха. Ага. Напомни, из какой-то сказки? Раньше я продавала спички, но дело у меня не ладилось, так что мне пришлось расширить ассортимент. А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури, то, пожалуй, нет. Может, ты хочешь... Эй, откуда у тебя эта лента? Она моя. Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет, рыбка моя. Что с этой ленточкой? Не объяснишь, что это за ленточка? Отчего шум? А что объяснять? Я получила ее в подарок от Арториуса Вига, когда была маленькой. Я никогда с ней не расставалась. Она должна была беречь меня от зла. Не уберегла, сам видишь. И все-таки она для тебя важна. Как бы это сказать? Не слишком у меня много памятных вещей из детства. А ленточка напоминает мне старые добрые времена, когда я была кем-то другим. Дорогие мои, шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще? М? Вы мне клиентов распугиваете. Что это за кролик? Или кот? Кто это? Может, все-таки отдашь Сиане ленточку? Хм. Даром я даю только первую дозу, чтоб потом возвращались. Мне нравится. За все остальное придется платить. Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты. Без проблем. Сыграю в карты. Давай, я лучше сыграю в карты. Хорошо, давай сыграем. Проиграешь, отдаешь ленточку. Ладно, только не надейся. В гвинт мне равных нет. Так, интересно, кем она играет, конечно. Это мне не надо. Оу. Очень плохие карты, хочу вам сказать, друзья. Очень плохие карты. Она еще и лучниками играет. Thank you.
Так. Неплохо. Ну, одну я думал, что да, она убьет. Вряд ли у нее есть второе убийство. 31-31. Блин, а что там у лучников-то за обилка, я не помню. Ну, походу, это победа, легкая победа. Да, да, да. Это была легкая победа. Давайте, кого нам выставить? Ну, извини, ты пытался. Ты пыталась. Давай ленточку. Вот, показал вам заодно, как я играю в Гвинт. А то всегда скипал свои ролики, но приблизительно видно, ой, правда, дерьмо. Тут толком моей тактики не было видно, я думаю, все знают ее. А теперь валите отсюда. Отлично, просрала ленточку. Что? Ну ладно, говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте душевной, правда? Ничего я не хочу взамен. Я... Спасибо. Привет. Так, я еще не все там обследовал. Я хотел посмотреть на этого Котофея. Кот-кролик какой-то. А тут что? Закрыто, эх. Так. Окай, окай. Тогда бежим в следующее место. Лотва. Или как там тебя, единорожек? О, гляди, Нильфгаардский император. Король вышел похвалиться своим новым платьем. Где? Куда она побежала? И это король Нильфгаарда? Типа козел? Куда побежала? К
Короче, ладно, я побежал, ты тут туси. Берегись, гномы! Да, я их пробегу. О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один боб лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто. Свиньи! Так, звери, давайте. Блин, это не звери. Что же это тогда, если это не звери? Блин, по ним вообще не проходит дэмэдж толком. Очень слабый урон по ним идет. Ну вернее как, урон-то по ним идет нормально, они жирные. Ну, они пытались. Ведьма. А вот и синий боб. Злой ведьмак подул, что было сил, и пожалуйста, вот вам боб. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Это так странно? Ну, понимаешь, ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не впопад, вечно недоволен. А тут, надо ж, шутка. И вполне удачно. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Да я тебя своим либидо просто склеил. Так, ну что, ребят, второго боб я нашел. Да, на этом давайте остановим этот ролик. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Ну так вот, ребят, спасибо за просмотр. Третий боб мы найдем в следующем ролике, но сначала, наверное, сделаем гуси-гуси-га-га-га, заказ, посмотрим, что за гуси-гуси-га-га-га. Вот. Если ролик был как-то полезен или понравился, ставьте лайк, оставляйте комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые ролики и новые приключения. Спасибо еще раз за просмотр и до новых встреч. Пока.